Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что же, у нас закончился турнир. Сегодня понедельник, буста не будет, потому что уже 11 часов вечера. Я все, ребят, проспал, все что мог. В принципе, чего я и боялся. Да, я попутал день с ночью. Теперь днем я сплю как сурок, а ночью шоркаюсь. Меня это самого бесит, но, ребят, я еще раз повторяю, отпуск расслабляет. Так, ну что, сегодня у нас будет турнирная арена с начала. Бустом это я назвать не могу, потому что о чем тут можно говорить. Ну, единственное, что у нас будет шанс, по крайней мере, попасть в лигу сёгунов, скорее всего. Так, мне сказали, на автобое не играть, дают меньше очков. Я сейчас, ребят, проверю. Я сейчас проверю, насколько меньше дают очков. Так, вот у нас был с собой первый поединок. Ну, блин, сейчас мы, наверное, перейдем. Ладно, сейчас глянем. Вот, смотри. Блин, мне показали только бонус, бонус на мутаген. Ладно, фиг с ним. Так, 11-12. Уровень противника 20-21. Мне не сложно, друзья мои, нисколько играть своими ручками. Нажимаешь кнопочку массовой атаки, и, в принципе, все ок. Правда, если бы она у всех была, а тут, как мы видим, ее и нету. Дрон. Дрон был массовым. Но, тем не менее, я разобрался и так. Сколько это было? 11-12, да? 11-12. Получается, сейчас приходим... Серьезно? Серьезно? Мы даже не перешли с тобой. Твою налево. Вот, ребята, вот вам результат. Прошло буквально сколько? Ну, в 3 часа откат. Сейчас 11. Ну, 7 часов, грубо говоря, да? Прошло 8. И все. И уже, ребята, и уже вот такие вот, получается, катавасии. То есть мы с тобой не продвигаемся. Даже на Лиге Воина мы не могли с тобой перепрыгнуть. Трэш. Да. И с этим уже, к сожалению, друзья, ничего не поделаешь. Вот так вот время бесщадно тут бомбит. Ну, вот, наконец-то мы с тобой на Воин... 3 звезды, позиция у нас 49-я. И двигаемся дальше. И двигаемся дальше. Раз, два, три, четыре. Так, это у нас получается какой? 4-й поединок, да? И 4 персонажа у нас уже открыто. Так, массовой атаки нету. Давай так сделаем. Этого будет более чем достаточно. И ультракрик. Раньше мы назвали это ультразвук. Теперь это будет ультракрик. Непонятно. Определись, Рэй, ультразвук или ультракрик все-таки. Ну что, да, ребята, в элиту только перешли, 73-я позиция. И вот с элиты начнется, ребята, но долгое такое зависание, скажем, в воздухе. Так, ну я думаю, что 12-14-то мне не видать как своих ушей здесь, да, пока. Ну это пока, ребят. А ранг 22-24 против моих 56-х. В комментариях пишите, ребята, что мне. Рэй, прокачай персонажа с 56-го хотя бы до 80-х. Ты знаешь, сколько нужно для этого времени? Ты не задавался таким вопросом? Хотя бы прокачай. Во-первых, мне это ничего по большому счету не даст. Потому что на начальных этапах мы в любом случае с тобой получаем слишком слабых персонажей. Поэтому полтиннички мои как разруливали, так разруливать дальше и будут. Если я прокачаю их до 80-ки, как предлагаете вы, я буду, во-первых, это очень долго делать, и у меня получится, опять же, что 56-е уровни, да, что потом будут 80-ки, только 80-ок будет много, и прокачивать их будет потом сложнее, чем когда у меня вот эти вот полтиннички сидят, и я прокачу, например, высокоуровневых бойцов, ну, в первую очередь. Как бы есть у меня определенные там, да, 5-6 персонажей в ближайшее время, которых надо прокачать, и все, у меня акцентируется на них. А когда, представь, когда у меня будут все 80-ников. Начнешь этого, этого или вот этого лучше. Да и по большому счету толку никакого нету. Все события, все арены, которые мне нужно, я прохожу и таким составом. Так, вот элита уже 2 звезды, ребят. 52-я позиция. 52-я позиция. Но 12-14, по-моему, пора уже давать 13-15, как по мне.
И вот теперь только нас пятеро стало. То есть фул состав. Поехали. Ну, сегодня чисто арена, потому что у нас никаких событий нет. Ну, единственное, что еще, конечно, ежедневки, да. От них нам никуда не деться. А события какие-то или еще что-нибудь пока отсутствует. Поэтому это, друзья мои, вот такой понедельник. Безбустовый, так скажем. Ну-ка. Почему мне кажется все время, что как-то тихо? Я обычно, когда вот записываю, да, мне кажется тихо. А потом почему-то, когда смотришь это уже на редактирование, кажется громко. То есть голос громче, чем музыка. Должно быть по балансу все быть. Так, ладно. Ну что, хламоны? Тунеядцы, алкоголики. На тем кормежку. Сразу Кирби, сразу в кусты. Туда же и Криса Брэдфорда отправляем. Подожди, а у нас Чомпи, у него, блин, у него нет массовой атаки. Он просто бьет в одного противника, да, с эффектом наложения постепенного урона в виде поджога. Ну, куда мы передвинемся с тобой? Да никуда, на 13-ю позицию. И только после мы с тобой перейдем в Лигу Самураев. Вот после этого поединка. А противник имеет 37-й всего лишь уровень. Всего лишь 37-й уровень. То есть он сам по себе очень медленно двигается. Ну-ка, массовую. Бросим, наверное, гранату все-таки. Да. И граната сделала свое дело. Это единственная, ребята, атака у кабана массовая. Это граната. Ну, вот и самурайчики наши. 13-16. Угу. 14-17. Далее все-таки. Состав команды оставляет лучшего. Причем у нас 60 уровни, а у врага уже 40-е. Даже 40 с копеечкой, нет? Да, 40 с копеечкой есть. Это именно на Макмане. Ну-ка давай, баллон. Только на одного подействовала, ребята, блокировка. Ну-ка, удар по земле. Не надо хил, не на хил, блин. Давай горелку. Слушай, неплохо, неплохо. У носорога получилось. Что, такая мощная горелка? Или она у нас прокачана там офигенно? Я не помню, чтобы я ее прокачивал. И вот уже самураи, две звезды. Но позиция 95-я, это как минимум два поединка. А может быть даже и три. Придется здесь драться, чтобы нам переместиться. Так, Донни, кстати, Донни ролевой. Ребята, у нас 69 уровня. Нам нужно его, наверное, сегодня до 70-ечка вкачать. А может быть даже до 71-го. Посмотрим, сколько мутагеном с тобой выручим за вот эту арену. Но я тебе скажу, что не очень много. Почему? Потому что, ребята, когда начинаешь играть с первого где-то по, наверное, 60-й ранге, тебе дают за победы очень мало мутагена. Там крохи. Тем более, когда ты еще не полным составом играешь. Это уже когда ты закрепляешься конкретно за высшую лигу. И уже оттуда начинаешь набирать, как говорится, обороты. Или продолжать гнать на оборотах больших. Тогда тебе кубки дают, ну, в полном объеме. Причем все поединки ты отыгрываешь на высоких рангах. И получается у тебя, ну, достаточно количество мутагена. Когда ты начинаешь с самого начала, естественно, это первые поединки, неполный состав, неполные бонусы, все урезано, и, соответственно, здесь никакой выгоды не получишь. Получишь, но очень маленький, как говорится, прирост по мутагену. Ну, в любом случае, нам хоть сколько-то надо, чтобы прокачаться хотя бы чуть-чуть. Интересно, мы в Лигу Сёганов сегодня вообще сможем добраться? Как бы логически есть на это все шансы, ребята. И шансы вроде бы есть. И, блин, не получается, что ли? 15-19, нет, не дадут. Не дадут. Не дают. Раз, два, три, четыре, пять.
Так, ну что, там уже восьмидесятники, а после восьмидесятников, насколько мы знаем, там где-то персонажей 10 у нас остается и будет. Ну и будет уже конец, короче. Конец моей команде, потому что закончатся бойцы. Вот эти вот белки, друзья мои, которые бегут, напоминает мне у Джубили в Страйкфорсе. У нее тоже есть способность вызывать белок. Белок, бурундуков, как они там у них величаются. Так, ну что, Джастин. Так, так, так. И вот так. Ну, здесь достаточно одной Эйприл Кунаич, которая может, в принципе, всех электрошоком своим бомбануть. Больше здесь я не вижу каких-то массовиков-затейников. Джастин — это не тот вариант. Именно по массовой атаке. Кунаич-то, не спорю. Ага. После этого поединка уже, получается, мы перейдем все-таки, да? 15-19. Раз, два, три, четыре, пять. Хотя тут, что я выбираю? Раз, два, три, четыре, пять. У них 49 уровень, они только до 50-го доходят. А у нас уже, извини меня, 100-й. Тут уже можно хапать всех подряд. Без разницы. Так, в минус и в минус. Причем у нас инициатива опережает их в полтора раза. То есть мы успеваем, наверное, некоторые даже бойцы по два раза сходить, а он еще ни одного раза не сходит. Слушай, ну Сёгун мы добрались. Сёгуну мы с тобой добрались. Конечно, хотелось бы получить Сёгун 2 звезды. Ну, вообще хотелось бы получить мастера. Но если выбирать то, что мне доступно, конечно, лучше Сёгуна. Две звездочки было бы, в принципе, уже неплохо. То есть уже был бы как бы поединок отыгран не зря. Сегодняшний заход. Ну давай. Давай, 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 давай. Какое там? 40-е? Даже 31-е. Даже 31-е. 15-20 берем. 1, 2, 3, 4, 5. Тогда мы, наверное, сделаем вот так все-таки лучше. Да, сделаем вот так. О, Махман тоже тут стоит. Да, Рафаэль, конечно, полтинников просто усыпил. Ну, Махман еще выдержал, а остальные полтишечки просто упали от черепа. От удара черепками. А вот, друзья мои, Лига Сёгунов 2 звезды. Прекрасно. По большому счету, если брать, мы с тобой не так уж и много потеряли. То есть, помнишь, у нас последний с тобой забег был? Мы с тобой добрались только до лиги Сёгунов 2 звезды. По-моему, у нас такой был последний забег. Сейчас мы практически спустя, извини меня, от начала отката прошло, как я уже говорил, сколько там? Почти 7 часов, да? Тот же самый результат. Так что нормально, ребят. И к тому же позиция еще 55-я. Но опять же я тебе скажу, что, естественно, нас потом сбросят. Так, давай, наверное, вот это быстренько прошуршим здесь. Быстренько прям шеминтом пробежим. А заработаем наши награды и пойдем прокачаем Донателло на какой там 70 уровень. У него сразу будет возможность прокачивать до 6 ступени скилл основной. Хотя он мне, честно говоря, не особо и нужен-то уже. У Дони все скиллы, сам понимаешь, какие. На оборону, на оскорбление, еще там на что-нибудь. Как бы не принципиально. Да в плане, блин. Что за ересь-то? Два раза по нему звезданул. Довольно хорошая атака, ему пофиг. Нам надо было здесь ультой бомбануть, да и все. Или ракетами. Одну ракету запустила, она его пробила бы.
без каких-либо слов. Так, забираем награду здесь. Поднять персонажа. Да, пойдем. И уровень персонажа. И у нас что, 5, у нас 5 откатов, ребят, всего осталось. Ой, как мало. Так, где у нас Донни? Вот он. Да, ребят, 70 уровень. И, соответственно, мы сможем с тобой дальше прокачивать вот этот вот на 6-й этап. Но мы с тобой остановились здесь. Так что тут, сколько там получается? 2 у нас. 8. Что это делает-то? Блин, переклинило, ё-моё, блин. Вот это дары, вот это ты перегрелся. Так, 2 номера. Нам нужно 8, да? 3. 4. 5. 6. 7. Последний номер. 8. 8 номеров, друзья мои, до 4-й ступени прокачивай, ребят. Так, а что нам здесь нужно? Так, 6 вот этих вот маяков. Не талик, а именно маяк трицератопсов, по-моему, так он называется. Трицератонов. Да, маяк трицератонов. Так, второй. С ним тяжело, конечно, в плане поиска. Камень-талик выпадает на изи, а вот именно трицератонов этих. Это у нас уже третий был. Смотри, как быстро эти улетают. Я сам в шоке. И телепорты, и откаты у нас все летает. Ребят, пицца закончилась. Пицца закончилась. Замираем с тобой здесь ежедневки выполненные. 10 откатов всего лишь у нас в кармане. И все. Все, ребятушки. Вот такая у нас сегодня получилась серия. Лига Сёгунов. 2 звезды. Ранг 55. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.